выходит на футбольное поле игроки. Глушенков делает передачу, и эта передача становится голевой. Эта передача становится голевой, а забил. А забил этот мяч тот самый юный гений, та самая восходящая звезда, Алексей Батраков. А и удар Сергей Пеняев тут. От правой ноги зашел, подал неплохо, и штанга, и перекладина с убойной дистанции. Ниамси! Ниамси чуть не сломал перекладину. Продолжаются попытки Локомотива пробить. Дважды в прессинге решила эпизод. И куда мяч-то попал? В руку? Или? И попал, как мне кажется, все-таки в руку Хатулеву. И в итоге все-таки гол. Он должен был состояться до этого. Сулейманов был обязан просто попасть в ворота. Далее, на мой взгляд, субъективный. Это свисток об окончании игры. 0-2.